Что-нибудь еще? Мне пора. Да, временем. Отлично. Очень скоро мы сможем закрыть храм. Я был на волоске от смерти. Странник во времени. Поздравляю, ты многого достиг. Я рада, что мы можем общаться в этой реальности, вне времени. Я записываю это для тебя. Люди прошлого ничего не поймут. Наши симуляции однажды пересекутся. Думаешь, ты здесь? Слушаешь это сообщение? А может, это работа Анимуса? Может, часть большей симуляции? Как далеко расходятся круги на воде? Поговорим как мятежники. Нас долго сдерживали правила предтеч. Пришло время новых путей и возможностей. Эра контроля сменилась эрой творения. Я собрала единомышленников, чтобы начать все сначала. Мы прекратим мешать и будем направлять. С нашей точки зрения, подготовка займет немало времени, но потом мы будем рады видеть тебя среди нас. Нужно лишь нажать на кнопку и провести еще одну симуляцию. Это бред. Вздор! Я ожидал слов мудрости, но услышал лишь бормотание безумцев. Успокойся, Пифагор. Может, приглашение предназначено не нам? Не стоит выходить из себя из-за каких-то слов.